Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать про шуруповерт. Вот, Hyundai. Снова Hyundai. Вот, сейчас быстренько расскажу. Достаточно неплохая, значит, вещица. Такая для работы годная, так скажем, да? Вот, железные такие вот, у чемоданчика железные металлические клипсы, защелки. Достаточно неплохо сделанные, вот, то есть плотненькие такие, раз, вот. Сам кейс такой тоже достаточно удобный, вот, ручка такая складываемая, вот. Про марку Hyundai хочется рассказать, что это, ну, не лже Hyundai, это нормально, как бы, бренд. Вот так открывается кейс, вот, смотрите. Он, кстати, про кейс, если быстренько сейчас я расскажу. У кейса нету здесь металлической петли, но зато достаточно плотная такая, пластмассовая, то есть она гибкая, не порвется. Этот шуруповерт уже достаточно давно в эксплуатации, да, и зарекомендовал себя. Вот, то есть, вот ящик, он не гнется, то есть плотненький такой кейс. В кейсе вот есть стандартный набор вот таких сверел, да, вот они как бы, ну, вроде как по металлу, но универсальные такие, и битки, вот, и переходничок вот такой вот есть, вот, смотрите. Ну, это так, это, конечно, не супер-пупер здесь наборчик, да, вот она уже такая покоцанная, съедена битка, вот, но это так, вспомогательное, то есть можно обойтись и другими более хорошими. Сам шуруповерт, вот смотрите, какой с литий-ионными аккумуляторами, вот, трехконтактный, логотип, вот, все обозначено. Банки в нем внутри самсунговские. Вот. Патрон. Ну, такой вот, какой-то идет вот на всех этих Hyundai'ах, на шуруповертах, Санду какой-то. Со значком N, то есть зарегистрированный бренд. Вот. Две позиции скорости. Достаточно плотненько так переключается. Вот. Что еще рассказать-то? Ну, вот есть реверс, конечно, тоже, но он не люфтит, все нормально. Вот, значит, патрон здесь выглядит, ну, единым со стопором, да? Вот, 17 позиций здесь переключать можно трещотку. Она достаточно мягкая. А, есть в Ютубе видео, где разбирают вот этот, ну, какой-то блогер разбирает вот этот шуруповерт на части. В нем редуктор, как бы все убедились, что железный и достаточно мощный двигатель. Вот, 28 ньютон-метров усилия у него максимальное, да? Вот. И сверление вот как 1100 оборотов от 350, этого хватает, в принципе, для шурика, вот, где-то засверлиться, подсверлиться, вот, то есть вот он, так вот он, вот здесь можно посмотреть диодный уровень заряда, вот, достаточно он такой плотненький, вот, и ничего у него, в принципе, не люфтит, да, то есть пластмасса такая, ну, достаточно мощная, и, как бы, работать, мне кажется, им вполне можно, то есть, и даже в профессиональных целях, хотя некоторые, опять же, сейчас вот я расскажу, ссылаются на то, что вот такая зарядка вот у этого, и что у него вот нету третьей, как бы, фазы вот здесь, да, которая не позволяет быстро заряжать. Но дело в том, что вот у этих аккумуляторов здесь вот в процессе работы, даже при продолжительном, он достаточно долго держит заряд, и пока ты работаешь с одним аккумулятором, вот этот вот
если он разряжен, да, и нужно, ну, подзарядиться, то хватает времени дозарядиться, пока этим работаешь, и все, ничего такого нету. Вот такой блок питания. Вот такой блок питания, значит, вот с проводочком. Вот, и подключается вот сюда, в блок питания отдельно, да, штекером, что вот удобно может быть, потому что, допустим, если вот это в розетку включено, да, то можно просто отсоединить и аккумулятор вот не тащить к розетке, а вот это взять, поставить на зарядку, вместе с этим подойти, в штекер воткнуть, оставить, уйти, и это, ну, запасной взять. То есть примерно вот такой вот принцип, да. Вот, сейчас я сложу. Вот, укладывается все вот в такие ложементы, да, достаточно, ну, плотненькие. Вот даже аккумулятор, вот он, на таких вот, как бы, здесь клипсиках, вот, не болтается. Вот, что вот с этой крышечкой, да, кстати, вот такая крышечка есть. Вот, закрывает, она защищается, ну, для чего-то аккумулятор, и вот его вот так вот сюда плотненько укладываете, и он не трясется, то есть ничего не болтается в кейсе при переноске, да, ничего не болтается. Вот. Вот, в продолжение давайте сейчас вот я хочу продемонстрировать, ну, как он закручивает. Вот, конечно, возьму вот эту вот биту, такую вот тайваньская, которую вот все знают, Viru Power. Вот она тоже немного съеденная, вот. Вот, ну, ею можно пользоваться преспокойненько. Вот у этого, значит, шуруповерта, да, вот, если говорить о люфте патрона, да, вот многие говорят, что вот есть там люфт патрона. Так, сейчас я вам продемонстрирую. Ну, как таковой, не особо. Он прям разболтанный. Ну, вот он шатается. Но это не критично, как-то, вот сколько мы им работаем. Я не новый инструмент, вот стараюсь, как бы, показывать тоже в своих видеороликах. Вот этот уже пройденный, как бы, ну, испытанная вещь. Вот он живой, все прекрасно, но жестко достаточно эксплуатировался. Вот. Вот тут вот всякие есть на нем всякие царапины. Вот он такой вот уже поёрзанный, как бы. Так что, ну, нормально. И я считаю, что вполне вот за недорогие деньги, он там 4300, что ли, стоит вот в таком ящике, в таком вот в кейсе, в таком, да. То есть, мне кажется, что если брать такие вот шуруповерты, ну, как бы, можно смело, то есть не заморачиваться там суперфутом там, за 10 тысяч, за 15 тысяч шуруповертами. Вполне вот вариант такой. Вот есть такой небольшой такой вот упустимый ход, тоже не критичный, я не знаю, кто вот к этому придирается, то есть в работе. Вот, допустим, смотрите, вот какой у него вот есть. Ну, нормальный, обычный вот. Ну что, я бы не сказал, что это вот этот вот беготня вот этого, этой биты, да, что это какой-то прям вообще жесткая какая-то такая тема, что вот нормально можно закручивать. Так что вот сейчас я вам покажу, как он закручивает, загоняет все эти болты, ой, саморезы. Ну вот, приготовил разнокалиберные такие, какие были,
саморезы. Вот. Разнокалиберные. Ну, сейчас покажу. Давайте вот начну вот с такого вот, как он, с пресс-шайбы. Кровельный или как он. Вот, смотрите. Даже не засверливаясь, ничего, вот на режим сверления поставил. Без трещотки покажу. На первую скорость. Заряд вот на два деления всего. Вот тут вот пока у меня. Ну вот, смотрите. Вот, я не давлю. Вот, вот, не давлю. Бита слизана, поэтому проскакивает. Ну ничего страшного. Вот, давайте сейчас покажу. Без усилий. Тоже в режиме сверления. Вот, сейчас я вот этот вот выкручу. Давайте обратно сейчас. Вот. Вот, раз. Смотрите, и магнитит еще. Ну, это битка магнитит, конечно. Вот. Прекрасно работает. Вот, вот смотрите. Самим саморезом. Вот. Вот еще раз. Давай. Раз. Так, сейчас я возьму биту поновее, конечно. Это стрёмное. Сейчас, секундочку. Вот, взял биту получше, потому что-то я решил вот этой вот сэкономить решил. Вот, взял нормально, целенькую. Более-менее целенькую. Вот. Сейчас я заменю. Ну, она чуть-чуть покороче, кстати. Вот. Вот. Смотрите, кстати, покороче вот она, меньше такого биения. Вот сейчас вот, смотрите, опять же в голую доску, да, вот половая доска, и вот такой вот саморезик вот, на режиме сверления, да. Так, сейчас так вот повыше подниму. Ну вот он, раз, ой. Сейчас. Вот. Закрутил. Еще раз. Но он вгоняет со шляпкой на режиме сверления. Вот. Ну вот, утопил. Видите? Утопил. Никаких усилий особо не надо применять. Говорят, что вот этот вот шуруповерт, это что-то там схожее с хаммеровской какой-то моделью, да, что одинаковые вот тут вот батареи, ну, это у многих вот такая вот одинаковая батарея, но они не взаимозаменяемые, конечно, вот тут вот под, разрез не такой, как у каждого разный, у каждого производителя разный. Вот, это вот маленький, да, вот такой вот. Шуруповерт, ой, этот саморез. Ну вот можно на трещотку, если на первую поставить, вот первая позиция. Давайте первую сейчас проверим. Ну, вгонит его спокойно. Вот, смотрите. Вот. Я не давлю, вот. Вот сработала трещотка. Вот. Трещоточка сработала. Сколько там? Вот. Под мизинец подлазит, вот смотрите. Вот, давайте, опять же, вот эта вот вся дребедень с трещоткой, да, как-то кому как. Ну вот он гоняет, вот срабатывает, вот, ну, усилия вполне, то есть вот. Вот. Если переключить на 13-ю, вот, если на 15-ю, уже не удержишь его, то есть он уже вырывается. На 17-ю я уже не могу удержать он. Так, извиняюсь, немножко отвлекли. Уже забыл, на чем остановился. В общем, вот, смотрите, без усилия. То есть если на выставить нужный режим, то, ну, сколько надо, столько и вгоните.
Вот. Опять же, если вот на девятке трещотка, да, стоит, допустим. Спокойно, он спокойно его выкручивает. Вот, вот давайте попробуем сейчас потренируем. Вот такой вот возьмем. Не знаю, что это за размер. Вот, на девятке, вот, смотрите. Даже не переключаю. Не давлю. Стою в сторонке и курю. Вот, не давлю. Просто кручу, вот. И вот сработало. Трещотка. Вот он прихватил. Все спокойно. На девятой позиции. Конечно, если выстрелить там на вот такую позицию, да, то его можно еще больше вогнать. Вон, смотрите, он ушел туда. Вон, смотрите. Я не даю сейчас. Вот, вот обратно, вот он его выковырил. Так что на вполне приемлемый шуруповерт. Вот. Вот эта вот марка, да, Hyundai, ну, не разочаровывает, в принципе. Вот инструментов как бы предостаточно тоже. Взяли, накупили для всяких там строительных работ таких, да. Ну, есть, конечно, и дорогие там у нас инструменты всякие, да. Ну, вот, есть и не очень, да, такие, на износ. Ну, на износ взяли... А он не изнашивается нифига. Так что вполне можно себе позволить приобрести. То есть тут написано, что сделан он, конечно, по лицензии Hyundai, корпорация Hyundai Корея. И вот что интересно, написано, что ну, сделано в Китае, да, но тут какие-то указаны параметры, что... какой-то компании Kota Industria USA, да, то есть с Америкой что-то связано. Но дело в том, что я в интернете пробил, да, вот эту вот компанию Kota Industria, она занимается ввозом еще и каких-то автопринадлежностей в Россию, да и во всем мире тоже. Про Рубанок тоже вот расскажу в будущем, тоже Hyundai. Профессионально, там подошва толстая, то есть, ну, и она цельная, алюминиевая. Он вообще в Швейцарии собран, прям конкретно написано везде. Как бы не лже Швейцария. Я не думаю, что марка Hyundai будет вот так вот шутить, да, или позволять кому-то где-то там в России вот так себя позиционировать во всем интернете, да, вот этим именем, да, и не предъявив претензий, то есть это ихнее, просто, ну вот, вот это вот для российского рынка. Ну, я, кстати, еще один обзор хочу сделать про шуруповер, тоже Hyundai, 45 ньютонов, усилие у него максимальное, вот, ньютонометров, да, он куплен в Англии, тоже, Hyundai, но немножко другой, я покажу вот в следующем ролике, кстати, вот длиннее взял на сверление, вот смотрите, вот, я не знаю, это десятка, что ли, как, вроде десятка, вот, пожалуйста, я не давлю. Я так просто удерживаю биту. Вот. Вот спокойненько вгоняется. Вот. Утопил. Вот, пожалуйста. Обратно. Вот, все. Но такой, конечно, длинный, ему уже будет напряжно. То есть, если такой вгонять, то лучше, конечно, засверлить предварительно. Так, сейчас вот дальше положу. Ну, тоже можно, если прям очень нужно, то можно и таким. Вот. Сейчас. Длинные они всегда. Вот, вот пожалуйста. Thank you.
Вон, я аж стол прям засверлил уже. Стол не жалко. Ну, пожалуйста, сейчас. Вот на весу, вот, пожалуйста, замер. Ну и все, обратно его теперь не выкрутишь. Тут резьбы-то уже нету, нихера. То есть вот так вот, если давить, придавить, чуть-чуть, вот. Вот так вот. Приспустить самому. Ну а дальше вот уже, когда, где резьба, вот он уже сам вылезет спокойно. Неудобно, конечно, это глядеть в камеру и показывать. Все, тем более я особо-то не владею камерой. Ну, вот так вот. Вот, вот такой вот. Есть у него вот тут вот еще подсветочка такая вот. Затемненная тут такая вот эта вот фара, да. Фарочка маленькая, да. И она днем, конечно, ну, вообще, ну, никакущая. Она не светит. Вот. Вот, днем. Ну, днем все видно, но зато в потемках удивило то, что она все-таки как раз-то и освещает. Но в потемках, если работать, да, то есть и налобный фонарик всегда, и подсветка. Так что вот такой вот. Вот, и что еще интересно, у него вот есть такой тормоз, сейчас я вот покажу. Вот, сверление, допустим, да, вот смотрите, оп. Оп, сам, видите, раз, 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 оп. То есть, и кнопочка такая, вот смотрите, можно, допустим, вот регулировать, вот, то есть, ну, усиливать, вот, разгонять, да, да, вот. Вот, это в режиме сверления, да, было. Вот, вот в режиме закручивания. Первая скорость, да. Я бы не сказал, что это слабенький, ну, такой средней мощности шуруповерт. Есть, про него уже, конечно, есть обзоры, кто-то критикует, кто-то не очень критикует, кто-то хвалит. Я вот похвалю, я скажу, что это нормальный шуруповерт. Вот, он падал, вот он, видите, вот здесь вот такой покосанный. Ну, где-то там съехал там. Скользил. У него вот резиновая вот эта вот прокладочка. Вот, рукояточка. Ну, такой он достаточно хорошо лежит в руке. Вот. Удобно. Вот, удобно. То есть переключать. Вот. Обычный шуруповертик такой. Литий-ионный уже. Вот. Если сравнивать там со всякими интерсколами, да, там с большущими батареями, вот, то те даже послабее будут и менее удобные, чем вот такой вот, вот шуруповерт. Так что, друзья, все, спасибо за просмотр. Я прошу прощения за мои длинные нудные ролики. Хочу как можно подробнее всегда все рассказывать всем. Вот, всем пока. Вот, ждите еще ролики про хундаевский инструмент, вот, которого еще предостаточно. Все, спасибо, до свидания.